Весенние каникулы в разгаре. Важно их использовать максимально интересно и продуктивно. Об этом точно знают школьники и их родители. Но обеспечить полную безопасность и загруженность подростку удается не всегда. В таком случае на помощь приходит администрация города. Это большая акция республиканская. Мы организовываем всевозможные мероприятия, которые направлены для обеспечения занятости ребят. Обязательно занять тех ребят, кто в поле зрения, если не милиции, то сотрудников социальных служб. Потому что мы знаем, что рядом с нами есть и те мальчики и девочки, которые нуждаются в помощи со стороны государства. Вы увидите сегодня и представителей социально-педагогического центра. Ребята из приюта, отобранные у родителей, здесь тоже могут провести время с пользой. Быстрее, выше и сильнее. Основные действия, которых придерживались подростки 6-7 классов. 65 человек соревновались в спортивных баталиях за звание лучшей команды. В ходе напряженной борьбы школьники, состоящие на различных видах учета, показали себя с другой стороны – смелыми, уверенными и бойкими ребятами. Одна из целей такого оздоровительно-профилактического мероприятия – показать подросткам, каковы они на самом деле. Настроение очень хорошее, потому что я вообще люблю бегать и всякие эстафеты. Ну, мячик вообще люблю, потому что я занимаюсь футболом. Что я сегодня жду – это борьбы хорошие. Борьбы и упорство, и стремиться, главное, к победе. Ну, главное не победа, а участие. Для школьников, которые требуют повышенного внимания, комплексное мероприятие включало не только спортивную, но и профилактическую часть, где сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям еще раз напомнили детям о правилах безопасного поведения в свободное от учебы время. Мы переживаем за то, чтобы каникулы у наших ребят прошли безопасно. Для детей мы подготовили творческие конкурсы, викторины, в рамках которых ребята смогут повторить основные правила безопасности и провести свои каникулы не только безопасно, но и с пользой. Для создания праздничной атмосферы организаторы подготовили для ребят дипломы и сладкое угощение. Так отдых пройдет не только полезно, но и весело. Важно отметить, что для учеников составлен определенный план на протяжении каникулярного периода, где каждое мероприятие расписано буквально по часам. Такая насыщенная программа не даст школьникам сидеть без дела, а родителям волноваться за своего ребенка, ведь контроль за ними точно обеспечен. Проект «Спорт для тебя» – он живет, он важен, он необходим, поэтому мы очень надеемся на то, что как можно больше детей охватить вот, на каникулярный период, для того, чтобы они проводили свое время с пользой. Ну и, конечно, День здоровья – это очень важный день для каждого ребенка, взрослого, поэтому еще раз мы призываем, напоминаем, говорим, вот, приходите, участвуйте, будьте вместе с нами, проводите с пользой свои каникулы. Юлия Силюк, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БУК-ТВ».